пляж. Первый раз в этом году. Погода хорошая, очень жарко, красиво. Много чего закрытого есть, но многие места еще открыты. Вот еще открыта вышка, то есть она всегда закрыта была, но фотографироваться нужно. Thank you.
приехали в ботанический сад Бруклина. Сегодня первый день открыли. Ходим, смотрим. Вы понимаете, какие мы мобильные? В первый день мы уже здесь. Здесь так сейчас красиво, не душно, пахнет приятно. Пингвин робко прячет тело жирное в утесах. Осталось найти, где он, этот пингвин. Мы тоже не худенькие, но мы не прячемся в утесах. Фотографируемся.